Ну, по РПЛ за 2 года 100%, ну, за 3 там поднимем. А я говорю, даже чисто, если взять ноябрь, предполагаю, ну, хотя вот этот ноябрь был... То трое, мол, шесть. Да, да, мы там не встаем. Четыре я стал. Держи мяч! Забегай! Забегай! Сара! Сара!
машину не идем. Не видит, да? На камеру. А вот камера. Спасибо. Там левый, я тебе говорю, левый, как у Ремолду. Попал в голову, нет? Попал. Я, знаешь, удачно в первом касании всех отнул. Мимо него он лежит. Он еще первый тайм, помнишь, разочек завернулся? Свидание. Артём, а можно? Денису. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, молодцы. Марио. Марио. О! Станислав, дорогой, ты не люби, я поздравляю. Это важно, потому что день рождения, во-первых, а во-вторых, потому что Россия выиграла это, неужели лучшего подарка, правда, на сегодня. Я, это моя женушка постаралась, мои доченьки для тебя, спасибо, да? Спасибо. А это я лично, это мой диск, который я записал здесь в Москве, свои песни. Надеюсь, тебе понравится. Грядущим поверам. Обнимаю. Все, ты так посмотрел игру, да, сможешь приехать? Как? Я транслировал для перуанцев, для Южной Америки. Вали? Арриво, Руссия!